В Катманду нарастает возмущение оставшихся без крыши над головой людей действиями властей. В среду около 200 человек перекрыли движение в центре города, скандируя антиправительственные лозунги и требуя немедленно оказать помощь пострадавшим. Произошли небольшие стычки с полицией, но стражи порядка никого не задерживали. «Нам ничем не помогают, мы голодаем, нам нечего пить, мы не можем спать, у меня 7-летний ребенок, который ночует под открытым небом. Нам холодно, люди болеют пневмонией, власти ничего не делают. Долой это правительство!» Непальское руководство через 4 дня после землетрясения не в состоянии в полной мере оценить масштабы его последствий. Спасатели не могут добраться до отдаленных горных районов, в которых под завалами оказались погребены целые деревни. Тем временем власти Индии продолжают эвакуацию из Непала своих граждан, живших там на протяжении многих лет.